Полное описание и точная дата выхода 41 и 42 серии нового российского сериала «Красная зона». 41 и 42 серии сериала будут выходить на телеканале НТВ 28 апреля. 41 серия. Проходит месяц. В красной зоне проблема с вентиляцией. Врачи и пациенты задыхаются от жары. Сергеев требует от Плющева увеличить количество платных операций, чтобы угодить немецким партнерам. Для этого он проводит показную операцию, где неоправданно принимает инновационный метод, скрыв неблагоприятные для пациента последствия. Кирилл увиливает от участия в операциях, предпочитая работу в приемном отделении. Нарышкина раздает медсестрам купальники, а Хлебников продолжает работать в больнице в должности простого хирурга и все чаще выпивает. 42 серия. Доктор Антонов продолжает ухаживать за Алабиной, и она соглашается сходить с ним в ресторан. Кирилл собирается переводиться в красную зону. Хлебников его отговаривает. Мэр сообщает Заславскому, что скоро в городе будет построена новая современная клиника. В красную зону поступает молодая женщина с хроническим заболеванием, которая недавно усыновила мальчика. Из-за боязни, что ребенка могут отнять, она не сообщает врачам, что ей нельзя принимать некоторые препараты, и едва не умирает. Нарышкина через голову Сергеева обращается к Минздрав за дорогим лекарством, чем навлекает его гнев. Напомним, 41 и 42 серии сериала выйдут на телеканале НТВ 28 апреля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.